Всем привет, ребята, с вами Рирс. Все, сервер запущен, сегодня прошла 5 или 6 часовая трансляция. Во время трансляции где-то часа 3 держался онлайн, 100 из 100, это был просто рекорд. Сейчас 73 человека играет на сервере, пойдемте зайдем, я вам покажу кое-что, чем мы сейчас занимаемся в данный момент, что не успели сделать на стриме, и это войдет в сегодняшнюю серию. Отлично, заходим на сервер. И все, мы поставили домик деревянный вот такой, на зеленом обелиске. Также у нас сейчас Лена занимается строительством базы в замке. Вы тоже могли это видеть на стриме. И мы сюда с Антохой пришли, чтобы затомить грифона. Поставили такой аванпост небольшой наш. Вот такой вот. Его немножко потрепал Карна 130 левела, или от него избавились. Луками застреляли его. Притомили паразавра за кадром. Он 90 левела был, он фармит наркоту просто как смерть с косой. Ну, в кавычках, конечно. А пойдемте покажу вам одно местечко интересное. Находится это местечко. Ну вот, смотрите, мы находимся возле зеленого обелиска. И подходим к одному месту. Я уже показывал в ранних сериях это местечко. Для новых зрителей, для старых, решил немножко напомнить, что есть такое замечательное поле, на котором очень много ягод. Если в теории сюда прийти на бронто и разок махнуть хвостом, то будет твориться что-то невероятное. Вот, зацените. Мы взяли обычный хлыст сейчас в руки. Самый обычный хлыст, который делается в руках. И просто начинаем фармить. Мы фармим тонну волокна, фармим тонну ягод всевозможных. Вот, сами видите, на ресурсы на сервере установлен X1. Вот какое количество ресурсов здесь можно собрать. Для начальных левелов это прям вообще топовое место. Инвентарь заполнен, эти ягоды мы выкидываем, оставляем только наркотики. Вот 60 наркоты за буквально там за сколько, за 10 секунд. На паразавре, паразавр фармит где-то в 3 раза лучше, чем человек. То есть вместо 60 наркоты у вас уже будет 2,5 стака за это время наркотиков. Конечно, паразавр не топовый животное по фарму наркоты, но все равно что-то он может предоставить. Какой у нас сейчас план? Мы сюда пришли, чтобы приручить грифонов. Язык у меня может немножко заплетаться, потому что уже подустал после 5-6-часового стрима, 5 или 6-часового, я не помню, сколько там было. Так выматывает, вы бы только знали. Ну да ладно. Сейчас мы крафтим структуры для ловушки. Ловушка у нас будет стандартная, это 5 ворот для динозавров и 2 створки для этих воротин. А быстрая и надежная коробка. Будем делать ее деревянную. Здесь очень часто попадаются грифоны. Нам хотя бы от 50 и выше уже притомить на первое время, чтобы мы могли вернуться хотя бы домой до замок, увезти туда все ресурсы и на этом грифоне уже приручать других животных, потому что без грифона как без рук. Если есть у вас большое желание поиграть на нашем сервере, то ссылочка на него, конечно же, в описании находится. По ней можете смело переходить. Но перед тем, как будете играть, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами. Сервер PvP, но необычное здесь PvP. Здесь PvP с ограничениями. Сделано это для того, чтобы можно было серверу существовать дольше. Чтобы не пришел один какой-нибудь альфа-трайп и не вынес весь сервер к чертям собачьим. Это позволит серверу существовать дольше и при максимальном онлайне. Всех ждем на нашем сервере. Наступила ночь, самое время сходить за металлом немножко. Сейчас хотим поставить печку, сделать железные инструменты опять, а то за стартовый пакет инструменты уже испортились у нас немного. Нужно их чинить. Ну и плюс дополнительно еще будут. Здесь прямо возле базы у нас находится металл, очень удобное место. Сейчас мы его себе быстренько нафармим, да, кстати, надо левел апнуть. Пока что качаю себе вес. Это нам позволит переносить больше ресурсов. Ну тут у нас крафтятся наркотики, я уже сделал наркострел. Перекрафтили мы кучу наркоты, если видели стрим, то у нас протухла баранина, и из этой баранины мы сделали вот, собственно, вот эти вот стрелы. Все, короче, вот так. Плавится в печке металл, который нарубил, кирка сломалась, твою мать. Сейчас нужно сделать новую, куда-то воткнуть еще верстак. Короче, головоломку сейчас будем здесь собирать из дома, походу. Один пятачок свободный будет, и все. Это не основной дом, это база для приручения. Мы даже, может быть, разберем потом. Потому что она нам, думаю, не понадобится. Либо куда-нибудь другое место перенесем. Ну и за собой, собственно, свои постройки тоже убираем. И вам советую это делать, свои ненужные старые постройки, которые вам не нужны, разбирать. Разбирайте за собой шипы, разбирайте все остальное. И будет вам счастье. Я пока тут отвечал в группе ВКонтакте, тут уже вон дом разбирают. Видимо, решил его увеличить. Ну ладно, что ты делаешь? Зачем ты так внезапно мне дом сломал? Здесь верстак хочешь поставить?
Все. Ну все красиво. Ну что, бегаем уже. Ну, не час, но минут 30, наверное. Что-то не появляется грифона. Нормально, вот здесь 1-15 левела. Сейчас попробуем его убить. Правильно про раптора пишут? Раптор — это быстрое смертоносное животное. Но только которое сейчас отъедет, по-моему. Да, отъедет. Хилим раптора по-быстрому. Есть! О, можно попробовать его, кстати, в ловушку завести. Посмотри, как это будет выглядеть вообще. При помощи раптора заводить грифона в ловушку. Больновато это, должен вам сказать. Больновато. Залетай. Все. В плену. Теперь что делаем? Теперь его просто убиваем. Просто стрелами. Есть, аллилуйя. Он как будто был не 15-й, а 150-й. Офигеть. Фух. Подождем. 140-й грифон. 140-й грифон. Я веду, аллилуйя. Его веду. Вот убил того и сразу железнулся. Сразу прям. Вот с ним что-то не то, он что-то по земле ходит. Он реально, он беговой грифон какой-то. Надо, чтобы он за мной полетел. Веду его в ловушку, все. Встречай. А я-то что встречать? Ты думаешь, я знаю, что делать? Закрыть ее хотя бы. Сначала открыть, потом закрыть. Фух. Слушай, нам сейчас нужно будет как-то баранину достать. Потому что дамажит он жестко, он дамажит жестко. Ловушка-то где? Да вон впереди. О, сейчас минус раптор будет, походу. Походу пипец. Да. Я сейчас пешком поведу. Да, все, пипец. Ну ладно. Херово. Он меня убил. Бля, он сейчас меня убьет. Это ловушки веди, главное, все. Я не вижу, где ловушка. Да выше она, ну ё-моё! Все, вижу. У меня стамина. Она же на железная бронька, короче. Но я уже в ловушке уже. Сейчас хотя бы чуть-чуть хп восстановлю, потому что... Все, раптор дважды сдох, капец. Ну, забери пока. Я забрал. Ты сдох, да? Нет, я уже в ловушке стою, дверь открыл. Ловушку-то, наверное, каменную надо. Да не, наверное, деревянный спасает. Пока что он успеет окушиться. Блин, ну надо завести как-то теперь. Ох, нихера себе, он с одного удара бреет как. Все, бегу. Не бегу, сейчас сдохну. На себя перехватывай и беги. Вот когда сдохнешь. А нет, бегу. Он опять нас согрелся, наверное. Да твою мать, а. Главное, в бронта сейчас не попасть никак. Вот если бронтач не ходил, тогда бы этот грифон здесь бы не летал. Не, он бы в него... Ого. Да, ох, он убил. Хера. Беги быстрее. Ловушку. Бегу. Ты закрыл его, да? Он с одной стороны так. А что, она с двух сторон открыта, что ли, была? С одной стороны... Я затопил, короче. И кровать. Обе две использованы. Я бегу туда. Давай, беги. Сейчас проверю. Ну, вроде был внутри. Да, он внутри, он вылетел. Как? Надо еще одну воротину делать, походу. Чтоб он не вылетал. Нет, просто вторая-то открыта была. Он по-другому был. Он в обратную сторону. Он вверх взлетел и вылетел. Да. Он что, такой большой промежуток, что ли? Ну, не такой там большой, но я не думал, что он вылетит прям. Он, а он вылетел. Я бегу. Круто. И чё? А я жду, когда... Все, птичка в гнезде. Операция по пленению грифона выполнена. Изи-бризи. Ну почти. Все, начинаем оглушение. Скрафтили арбалеты, 216 стрел получилось. И потихоньку начинаем томить. Надеюсь, он не вылетит никуда отсюда уже. И вся наша постройка сдюжится. Старое доброе ускорение нам поможет сейчас.
О, все, вырубился. Смотрим статки. 7 здоровья, 500 выносливости и 225 урона. Неплохой. В прямом эфире смерть паразавра. Ну как в прямом, относительно в прямом. У меня только наркотические стрелы. Давай его облушим, ясно. Вообще-то мы могли бы его оглушить и притомить, у нас как раз седло есть. Что-то ты об этом не подумал, ладно. Да? Ну ладно. У вас, наверное, возникает вопрос. Как же мы будем подымать этого грифона теперь? Вопрос интересный. У нас есть план. Апнуть 38 левел, чтобы был доступ до седла. Для птера. И приручить какого-нибудь птера. Но вот в чем загвоздочка. Птер томится в нашем варианте на прайме. Допустим, 150-й птер нам нужен. Он будет томиться 42 минуты. Но можно взять какого-нибудь левела поменьше. Но все равно нужно будет дохренище прайма. Единовременно в него положить. Либо привезти ему жареную баранину. Либо обычную баранину. Желательно, конечно, обычную баранину. Сейчас попробуем притомить раптора где-нибудь. Седло у нас уже есть. И один человек у нас бегает на рапторе за бараниной. Надеюсь, у него это получится. Так какой же все-таки план мы решили? Как вы думаете? Есть план Буран. Это прям идеальный вариант для нас сейчас. Это притомить лоу-левельного птера. Какого-нибудь левела 20-го, 15-го, вот такого вот. На обычном мясе. Дождаться, когда мы сможем сделать седло. И все-таки слетать за этой бараниной. Короче, Альянс решил нам помочь. Как-то так. Спасибо. 3 левела апнуть еще. Смотрим. Почему Альянс нам помог? Спросите вы. Потому что нет у нас сейчас возможности. Время на часах 3 часа ночи. Трансфера у нас пока на сервере нету, так что не рекомендую вам что-либо загружать в луч, а назад вы это не заберете. Ни животные, ни вещи, ни своего персонажа, ничего не загружайте в трансфер, пока у нас не открыт кластер. Кластер будет, не знаю когда, но следите за новостями в группе ВКонтакте, ну и на этом канале тоже. Эх, но ладно, одна проблема решена у нас. Грифон приручен. Теперь нам нужно как-то все вибрессы перевести на то место. Как мы это будем делать, остается загадкой. А, ну еще да, микрораптора притомил 15 левела. Бегал за мной. У меня с собой были только наркотические стрелы. Сейчас они, кстати, в грифоне лежат. Стрельнул, ну и, собственно, притомил. Все, приручился. Приручился грифончик. 10 тысяч хп, 212. Ой, урона очень мало. Ну, стамины более-менее еще. Все? Хорошо. Красотища просто. Красотища. Вот так прошел первый день, приручили грифона, все отлично. Правда, Альянс помог нам немножко, но постараюсь в следующих сериях делать все уже сам. На этом хочу завершить сегодняшний выпуск. Хочу немножко поэкспериментировать с форматом, сделать 15-минутные ролики, посмотрим, как они будут заходить на канале. Стартанул, наконец-то он стартанул, наконец-то стартанул сервер. Очень рад, всем огромное спасибо. Спасибо, что были на стриме, спасибо, что играли на сервере. Хочу сделать небольшой подарок для тех, кто играет на наших серверах. Заходите в группу ВКонтакте, там сейчас проходит розыгрыш. Надеюсь, что наш проект будет существовать долго. В ближайшем будущем планируется открыться еще один сервер. Между серверами будет трансфер, так что следите за новостями. Спасибо за вашу поддержку, лайки, репосты, комментарии. Приходите на трансляции, приходите на сервер, ссылочка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. С вами был Рирс, всем счастливо, всем пока. А вот это, собственно, наша база. I wrote my body after my